В этом ролике я хотел бы поподробнее углубиться в биографию покойной легенды West Coast, а именно Тупака Амару Шакура. Я хотел показать миру истину, показать жизнь моего народа, показать мою жизнь, а в ответ получил пули от моих же братьев. При рождении его нарекли Лесейном Перишем Круксом, но через год дали ему то имя, под которым мы с вами его знаем. Тупак Амару Шакур, первые два слова этого имени на арабском означают «сверкающая змея», а последнее «благодарный богу». Свое имя он получил в честь перуанского борца за свободу, по совместительству потому индейского вождя. Тупак Шакур – одна из самых известных личностей с поистине тяжелым жизненным путем. Родился спустя месяц после выхода его матери из тюрьмы и с раннего детства переживал трудности. Он постоянно переезжал и к моменту поступления в начальную школу сменил 18 мест жительства. Ему приходилось жить по соседству с драгдилерами, так что в его ситуации стать нарком было легче всего. Но Шакура трудности лишь закаляли. Несмотря на все свое окружение, он умудряется поступить в школу искусств Балтимора, где начал проходить курс актерского мастерства. Это дало парню навыки, которые он позже использует в нескольких фильмах, где выступал в роли актера. К примеру, «Авторитет», «Преступные связи», «Над кольцом», «Пуля» и «Одни неприятности». Моя мама обычно говорила мне, что если ты не можешь найти то, ради чего стоит жить, то лучше найти то, ради чего стоит умереть. С биологическим отцом Тупаку не повезло, он бросил свою семью еще до рождения ребенка, так что Шакур воспитывался отчимом, Мутулу Шакуром. Он несколько лет числился самым разыскиваемым преступником ФБР. В 80-х годах принял участие в ограблении инкассаторской машины, которая перевозилась более $1,5 миллиона. В ходе этого самого ограбления были убиты охранник и двое полицейских. В скором времени его поймали. Его тетя была арестована за убийство полицейского, но позже сбежала из колонии. Мать Шакура была участником «Черных пантер». Пантера – это объединение радикально настроенных людей, боровшихся за права афроамериканцев. Она втянула Пака в эту группировку, в связи с чем он набил себе на плечо пантеру. Позже его мать была осуждена за заговор против американского правительства, но затем получила помилование. А его крестный отец, Элмер Джеронимо Пратт, так и вовсе имел довольно высокую позицию в их составе. Нередко пантеры могли прибегнуть к применению оружия. Вы сейчас узнаете кое о чем, и вам потом тяжело будет улыбнуться. Но чтобы вы не увидели через этот дождь и эту боль, сохраните свое чувство юмора. Надо уметь улыбаться, несмотря на все дерьмо, которое нас окружает. 1986 год. Тупак, окончив два курса средней школы Пола Лоренса Данбора, перевелся в новую школу в Балтиморе. Там он изучал балет, джаз, поэзию и, как мы ранее говорили, актерское мастерство. Кстати, несмотря на то, что Пак был приверженцем одного только рэпа, другие музыкальные жанры он также любил и уважал. 1988 год. Тупак вместе со своей семьей переезжает в Марин-Сити. Там он впервые оказывается в полицейском протоколе. Там же он поступает в школу Талма Пайс, где ему не раз приходилось участвовать в различных театральных постановках. Я не обещаю, что смогу изменить мир, но обещаю, что смогу найти слова, которые по-настоящему изменят мир. Первые творческие шаги молодой МС совершает в Балтиморе. Там он берет для себя псевдоним МС Нью-Йорк. Конец 80-х годов, Тупак понимает, что ему нужно как-то подниматься, и он вступает в группу Digital Underground. Вместе с ней он и двигается по карьере вперед. Первая его песня числится Same Song от все тех же Digital Underground. Но надолго в этом коллективе он не задержался. В своем творчестве Пак хотел разбирать проблемы общества. Расизм, социальное неравенство, нищета и дискриминация со стороны копов. А Digital Underground интересовало лишь развлечение подросткового населения. К слову, не так давно, а именно 22 апреля этого года, скончался Шок Джи. Это один из участников этой культовой рэп-группы, который помогал Паку в начале его карьеры и даже продюсировал его дебютный альбом, о котором далее пойдет речь. Первый студийный и сольный альбом Тупака «Tupacalypse Now» вышел в свет лишь в 1991 году, за 5 лет до смерти рэпера. Многие именитые исполнители, как Eminem и The Game, признавали, что Tupacalypse Now вдохновил их заняться творчеством. Примечательно и то, что каждый последующий альбом еще живого Тупака, вплоть до All Eyes on Me, который в итоге получил бриллиантовую сертификацию, становился коммерчески успешнее предыдущего. Все последующие релизы такого успеха не имели. 1993 год. Тупак выпускает свой второй студийный альбом Strictly for My Niggas. В итоге альбом стал платиновым. No more.
это же время на свет появляется группа Thug Life, созданная Тупаком. Осенью 1994 года группа презентует свой первый и единственный студийный альбом Thug Life Volume 1. Единственное, что уважает Америка, это власть, а власть никогда не проигрывает. После беспорядков в Лос-Анджелесе нас пытались успокоить, но все осталось так же, как было. На пути к славе Тупака так же, как и в далеком детстве, ожидал множество неприятностей. Он то и дело подвергался нападкам со стороны властей и попадал под прицел СМИ. В принципе, даже будучи на пике своей карьеры, он не мог начать спокойную жизнь. Его то и дело пытались засадить за решетку, ища при этом любые для того поводы. Осень 1993 года некая Айанна Джексон в возрасте 19 лет обвиняет Шакура в групповом изнасиловании спустя неделю после встречи с ним. 30 ноября 1994 года Тупак и его приятель по пути на студию к Бигги и Пафф Дэдди становятся жертвой ограбления. Их ловят в лифте несколько человек. Тупаку угрожают пистолетом и пытаются забрать все его деньги и драгоценности, что тот имел при себе. Шакура не устраивает такой исход событий, он пытается выхватить пистолет у одного из грабителей, но у него не выходит. Тупак получает несколько пулевых ранений. Одно в руку и два в пах и голову. У него забирают все ценное и уходят. А раненый Пак со своим другом доезжает на лифте до своей конечной точки назначения. Исход этой истории знают все. Тупак считал, что это ограбление было подстроено Бигги и Пафом, поскольку когда раненый, но тем не менее живой Тупак доехал к ним на лифте, они растерялись и будто и вовсе не были рады тому, что он выжил, а во время его тюремного заключения даже не пытались его проведать. Но есть в этой истории одна странность. Друг Тупака Стретч утверждает, что по Паку был совершен лишь один выстрел, и то, что в нем виновен сам Пак, ведь он в момент ограбления попытался выхватить пистолет из рук грабителя, что окончилось не очень хорошо. К слову, сам Стретч не получил ни одного выстрела и даже не был ограблен, что наводит на не самые хорошие выводы. Вполне возможно, что вся эта ситуация была спланирована Стретчем, а реализована его напарником. Ведь чтобы поймать Тупака в этой студии, нужно быть либо невероятно везучим, либо изначально знать о том, где и когда он будет. Позже это событие привело к одному из самых глобальных противостояний в хип-хоп-индустрии – войне побережий. На следующий день после стрельбы Тупак был осужден по обвинению в сексуальных домогательствах и арестован до вынесения вердикта. Тупак услышал окончательный вердикт суда и был посажен в тюрьму на срок от 1,5 до 4,5 лет. Но и такая трагедия не остановила Шакура от работы над новым материалом. В тюрьме он активно продолжал творить, и результаты его упорных трудов мы увидели в 1995 году. То, над чем работал Пак, оказалось сборником Me Against the World, и это был уже третий студийный альбом Пака. Позже этот релиз станут считать одним из самых важных и влиятельных не только для карьеры Пака, но и в целом для индустрии. I see the penitentiary one day, running from the police, that's right. Even though they tell me the truth, I'm out the window with my AK, ready to shoot, ran out of endo with my mind. Конец 1995 года. Тупак, находясь в тюрьме 10 месяцев, соглашается на подписание контракта с Death Row Records и его главой Suge Knight'ом на выпуск 3 сборников на его лейбле. Шакур в тот момент времени не имел при себе ни гроша, а этот контракт должен был неслабо подправить его финансовое положение и помочь ему выйти из тюрьмы на свободу. Итак, контракт подписан, Тупак выходит на свободу под залог $1,5 миллиона. На воле Пак сразу же берется за отработку своего контракта и начинает работать над новым материалом. Февраль 1996 года. Пак выпускает свой двойной альбом All Eyes On Me при участии таких легенд, как Dr. Dre, Snoop Dogg, Method Man, а также E-40 и Outlaws. На данный момент All Eyes On Me является 9-кратно платиновым, а также последним альбомом, выпущенным при жизни Пака. А в 1997 году этот альбом был признан лучшим альбомом года в рамках церемонии Soul Train Music Awards. Your ass out. Got a nickel wanting it so bad I'm about to pass out. Wanna dig you and I can't even lie. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready. Осень 1996 года. The Don Culliminati, The Seven Days Theory, выпущенный под другим псевдонимом Тупака Макавелли. Первый посмертный релиз Тупака, на его обложке изображен распятый Тупак. По его признанию, это аллюзия на то, что СМИ образно распяли Тупака за то, что он в своих треках пропагандирует наркотики, убийства и криминальный образ жизни. So it's hard to knock. Everybody got their own thing coming. See Jason worldwide through the heart.
Сам же Пак говорил, что он лишь открывает людям глаза на тот мир, в котором они живут, и на его недостатки. За первую неделю было продано 768 тысяч копий альбома. Одной из причин таких высоких продаж можно считать на тот момент недавнюю смерть Тупака, которая, несомненно, потрясла весь мир. «Я вижу смерть за углом каждый день. Держу это внутри себя, все равно жизнь не вечна. Бороться, искать, моя судьба ведет меня к смерти». 7 сентября 1996 года. Тот самый роковой день, когда Шакур был убит. Тогда они с Шугнайтом поехали в Лас-Вегас на бойцовский поединок между Майком Тайсоном и Брюсом Селденом. Тайсон победил, и тогда они решили отпраздновать его победу. Шуг и Пак поехали на BMW 750 IL. По пути к клубу на одном из светофоров их машина была обстреляна из белого кадиллака. Тупак получил несколько огнестрельных ранений, а у Шуг Найта остались лишь несколько царапин от осколков пробитого стекла. Когда Шуг довез Пака до больницы, тот несколько дней был подключен к аппарату жизнеобеспечения. А 13 сентября 1996 года мать Тупака Афени Шакур приняла решение окончить мучение своего сына. Тупак умер от дыхательной недостаточности и остановки сердца из-за множества огнестрельных ранений. Она на следующий день его тело было кремировано. По одной из теорий, прах Тупака был скурен его же группы Outlaws, но это довольно маловероятно. Мать Пака вряд ли бы дала хоть кому-то прикасаться к праху своего сына, а тем более курить его. Да и по признанию одного из участников группы, он не знает, чей именно прах был скурен в тот день, ведь получили они его тайно. Несмотря на то, что у нас связаны руки, музыку у нас пока не отобрали. С ее помощью я буду отстаивать свое мнение. Люди говорят мне не останавливаться, в отличие от других, страху не одолеть меня. Даже несмотря на столь раннюю смерть, Тупак и его музыка продолжают наводить шум в рэп-индустрии даже спустя годы. Со смерти Пака прошло уже 24 года. По состоянию на 2015 год мировые продажи альбомов Пака составляют 80 миллионов копий. Но стоит заметить, что музыкальные премии по большей части не смогли оценить его творчество. К примеру, Тупак был 6 раз номинирован на престижную музыкальную премию Грэмми. По 2 раза за лучший рэп-альбом, лучшее сольное рэп-исполнение и лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой. И все 6 раз он оказывался в пролете. При жизни Шакур любил жертвовать деньги на благотворительность и часто возмущался, почему это некоторые люди имеют десятки домов и сотни миллионов долларов, а кто-то не имеет ни гроша в кармане. Ну а после гибели сына, его мать решила продолжить деятельность своего ребенка и основала благотворительный фонд Tupac Amaru Shakur Foundation, параллельно с этим запустив линейку одежды Machiavelli Branded, доходы с которой идут в вышеназванный фонд. Также она решила продолжить и творческую деятельность сына, создав звукозаписывающую студию Amaru Entertainment. На этой самой студии были выпущены все последующие посмертные альбомы Тупака. Что примечательно, так это то, что один из альбомов, а именно 5-й посмертный альбом Loyal to the Game, был почти полностью спродюсирован другой легендой рэпа и давним фанатом Тупака, а именно Эминемом. В интервью для MTV Эминем рассказал, что отправил письмо Афени Шакур на рассмотрение его кандидатуры для продюсирования альбома Пака и получил полное согласие. Вокал для альбома был записан в период с 1991 по 1994 год. Данный релиз получил довольно смешанные и неоднозначные оценки критиков и слушателей, вероятнее всего из-за довольно необычного и несвойственного звучания для Тупака. . 15 апреля 2012 года голограмма Тупака появилась на фестивале Coachella и исполнила треки Hail Mary и Two of America's Most Wanted. Это выступление вызвало за собой волну обсуждений. Доктор Дре попросил разрешения у матери Тупака на включение ее сына в это шоу, на что получил согласие. Сама же Афени была положительно взволнована, снова увидев своего сына. Взамен Дре внес пожертвование в Tupac Amaru Shakur Foundation. Над голограммой Пака работали 4 месяца, и хоть точно ее стоимость неизвестна, но по приблизительным оценкам ее цена находится в диапазоне от 100 до 400 тысяч долларов. Рассказывайте о том, насколько вам понравился первый выпуск новой рубрики и хотели бы вы ее видеть продолжение. Ну а с вами был Рэп Хаб, и всем пока!